Сестра, что-то болеть начинает. А говорили, аппендицит, операция легкая. А бывает, что помирает. Доверит практиканту, не так сошьет сосудик, какой-нибудь не туда. Я слыхал, разные бывают беспорядки. Не верьте всяким глупостям. Вас оперировал лучший хирург, Вячеслав Алексеевич. У вас все будет хорошо. Поболит немножко, но нужно потерпеть. А что, сестричка, на улице? Это... Как погода? Вы же лучше нас погоду знаете. Вас 2 часа как привезли. А мы здесь с утра еще не выходили. Так. А это вам. Как там на улице? Сигареты. Как погода? Погода прекрасная. Дождь прошел. Солнце. Почки лопаются. Апрель, отдыхайте. Спасибо. Вас как зовут? Меня зовут Саша. Александра, значит, а по отчеству? По отчеству. Да просто Саша. Дежурство прошло спокойно. Теперь по отделениям? Хирургия, пожалуйста. В хирургии 32 больных. Один тяжелый. Это кто, Крестовников? Крестовников. А делали вы эстрафантин? Да, полкубика. Понятно. Так, терапия, пожалуйста. В терапии 40 больных, тяжелых нет. Спасибо. Что у нас по хозяйству? Товарищи, я обращаю ваше внимание на то, что хозяйство наше растет. А это требует особого отношения со стороны всего медицинского персонала. Между тем, должен заметить, что мусорниц с педальными нажимами становится не больше, а меньше. В частности, в хирургии, а также в рентген-кабинете. Хотя некоторые там оправдываются темнотой. Ты сейчас домой? Нет, я к Мите. Так ждать тебя? Смотри, французская тушь. Хоть заплачь, не потечет. Где достала? Мама достала. Так ждать тебя? Ну, если не торопишься, то мне еще нужно к Автандилу Христофоровичу зайти насчет белья. О, почище белье, погрязнее, разве это главное? Ой, Ленка, я не знаю, может быть, ты, конечно, умнее меня. Ну, тогда скажи, пожалуйста, что главное? Оставь, Сашенька, думай о своих заботах, а я уж как-нибудь... Нет, нельзя в наше время быть такой замкнутой, нельзя ничем не интересоваться. Скрытной быть лучше. Никто ничего о тебе не знает, и ты кажешься умнее других. А вот Вячеслав Алексеевич, он всем интересуется. И погодой, и урожаем, и генетикой. А ты почему на танцы ходить перестала? На танцы? Митя не хочет, он занят каждый вечер, да и вообще. Саш, а Митя хороший? Хороший. Он хороший. Ты хороший. А чего вы не поженитесь? Он курс скончал. Я в медучилище поступила, потом мама умерла. Мне бы такого Митю. Ты только не ревнуй, я же пошутила. Да. А матери не... Вот ведь до армии дальше своего райцентра нигде не был. А вот теперь демобилизуется и опять в свою деревню заберется. Ой, Ленка, я тебя всегда защищаю, но ты такая ветреная. Такая ветреная, а? Значит, все-таки приревновала? Угу. А ведь пошутила. Все вообще мужики одинаковые. Я замуж не пойду. Какой апрель. Вчера снег, а сегодня дождь. Смешная весна. Отдыхайте, Вячеслав Алексеевич. Думаю. О чем, если не секрет? Да вот, дождь идет, о жизни думаю. Под дождь хорошо думается. Вы не замечали, как под музыку?
А я вышла воды дождевой набрать. А вы в кино пойдете сегодня? В кино? Да. Нет. Фильм хороший. У меня Митикин механик. Так, ну хорошо. Приходите обязательно. Простите, девушка, здесь место свободно. Если никто не придет, свободно. А вы одна? А что, в кино обязательно с кем-нибудь ходить? Разрешите угостить вас, Мишка. Любимые конфеты артистов, футболистов. Спасибо, не ем. Неправда. Все девушки любят конфеты. И женщины тоже. Спасибо, я не ем, но я же сказала. Ой, извините. С подгонкой? С распадкой? Употребляйте витамин. Что? Как вам не стыдно? Последствиями. Здрасте. Здрасте, Митя. Ну, где же ты опаздываешь, а? Я тебе место оставил. В 15-м ряду. Митя, давай, когда у тебя будет выходной, пойдем вместе в кино, как все, а? Все люди за деньги ходят, а ты бесплатно. Ну ладно, я пойду к Ленке Михайловне, мы с ней сегодня поссорились. Слышишь? Сейчас. Саша, это вы? Добрый вечер. Добрый вечер. А я к Лене Михайловне, здесь недалеко живет. Я, на. А я вот в этом доме живу. Да? Пока комнату снимаю, хозяйки здесь. Угу. Ух, ой, ты. Ой. Сейчас. Сейчас я помогу. Сейчас. Вы пакеты так держите. Спасибо большое. Ой, сейчас. Все, кажется, все. Вот еще. Спасибо большое. Пожалуйста. А может мне помочь вам? Если вы не торопитесь. Извините, Саша. Проходите. Саша, да? Да вы проходите. Угу, спасибо. Можно сюда, да? Конечно. Вот. Угощайтесь. Спасибо. А у вас очень хорошо.
слышимость. Да. А у них, наверное, свадьба сегодня. У них каждый день свадьба. А у меня сегодня квартирная хозяйка на дежурстве. Я один. А у вас, правда, очень уютно, Вячеслав Алексеевич. А вот у нас тоже хорошо с Митей, но вот у нас книг только мало. А что это у вас, все по хирургии и по медицине? Почему? Нет, не только. Блок, это я знаю. Вот. У меня тут еще конфеты. Угощайтесь. Мишка, на севере. Вы любите? Да. Спасибо. Ну вот, нормально. Знаете, Вячеслав Алексеевич, у вас действительно хорошо. И вообще позавидовать можно. Вам повезло в жизни. Разве? Ну, конечно, у вас и работа, и все. И талант. И вы знаете, как вам относятся у нас в больнице? Саша. Вот... Саша, хотите, я вам стихи почитаю? А вы не спешите? Нет. Нет, я с удовольствием. Правда? Ну, хорошо, сейчас. Ну, ну вот это. Превратила все в шутку сначала. Поняла, приняла сукорять. Головою красивой качал. Стала слезы платком вытирать. И зубами дразня хохотала, неожиданно все позабыв. Вдруг припомнила все, зарыдала, 10 шпилек на стол уронив. Подурнела, пошла, обернулась, воротилась, чего-то ждала. Проклинала, спиной повернулась и, должно быть, навеки ушла. Что ж, пора приниматься за дело. За старинное дело свое. Неужели и жизнь отшумела? Отшумела, как платье твое. Хорошие стихи. Хорошие, да. Ой! Ой! Что будет? Снег будет. Женились, Вячеслав Алексеевич, молодым полюбили, да? Саша, ну зачем это? Ну к чему это, Саша? Нет, я просто так сказала, я не знаю ничего. Саша, вы даже не знаете, какая вы. Да какая обыкновенная. Ну,
Так что будем делать? Ну, вы задавайте вопрос или расскажите что-нибудь. Я засиделась, я пойду, Вячеслав Алексеевич, уже очень поздно. Вы мне дайте какую-нибудь книжку, пожалуйста, почитать. Пожалуйста, ради бога. Угу. Только я не очень понимаю, что вам интересно. Напишите, пожалуйста, заметку в стенгазету. Потому что у нас 4 комсомолки, никто не пишет. Хорошо. О чем? Что о чем? А, заметка. Я потом скажу. Просто я сейчас пишу, потому что меня ждет Митя. Саша. Да. Вы... Что? Застегнулись. Да. До свидания. Извините. До свидания. Бойтесь. Да я не боюсь, просто что вы там в темноте стоите. Идите сюда на свет. Я вам все объясню, девушка. У меня просьба к вам. Вы подруга Лены? Да. А вы Еремеев? Еремеев. Значит, Лена вам обо мне говорила? Говорила. Тогда просьба у меня к вам. Позовите Лену. Хорошо, я позову. Только чтобы ее мамаша не знала, скажите, поговорить вам вдвоем надо, дела. Хорошо, позову. Что случилось? Ничего. Что-нибудь, Митя? Нет. У тебя как-то странно блестят глаза. Кто там? Слушай. Это Саша. Здрасте, Нина Петровна. А у меня Митя на работе, я вот решила к вам зайти. Ну, заходи. Угу. Слушай, Ленка, выйди, меня просили передать, чтобы ты вышел, тебя человек один дожидается. Как это человек? Еремеев, что ли? Ну, Еремеев. Ну, так бы и говорил, а ты человек. Блин, ну, выйди, нехорошо, ждет же. А он тебе что, приглянулся? Ой. Давай меняться. Да я тебе Еремеева, а ты мне, ну, перестань, что ты обижаешься? Я шучу. Я тебе Еремееву даром отдам. Ну, Лен, ну, пойди и скажи тогда. Ох, Саша, любишь, не любишь, ну скучно, понимаешь, деревенщина. Лапушка моя, ну лапушка твоя, а дальше? Что вы тут секретничаете, а? Да вот Еремеев опять у крыльца краулит. Поговорить хочет. Господи, поговори с человеком. Ну, я говорила уже. Ну, поговори еще, объясни человеку. А то вот Саша подумает, что мать, понимаешь, настраивает тебя против, жизнь тебе ломает. Ну, я объясню. Ну, давай. Лоток надень, дождь на улице. Я ненадолго. Вот, Сашенька, вот такие дела. Ты, наверное, осуждаешь, особенно меня. Да ну что, Нина Петровна, при чем здесь вы? Это же она сама должна решать. Да что-то решать. Чтобы решать, надо взрослым человеком быть. И ему, и ей надо самостоятельными людьми быть, а не то, что, знаешь, с танцплощадки прямо в ЗАГС. Ленка, ты что так быстро? А Еремееву некогда. У него увольнение кончается. Сядь, сядь-ка, сядь как следует. Давайте чай пить. Ой, девочки, молодое поколение. Что с вами делать, не знаю. Знаешь, тревожно мне иногда смотреть на мою Ленку. Спасибо. Ой, жить не умеете. А ты умела? Я-то не умела. Поэтому и тревожно мне за тебя, доченька. Да ну что ты действительно, ну не права ты, Лен, что ты сравниваешь? Старшее поколение жило в одних условиях, мы совершенно другое дело. Ты сегодня утром на меня обиделся, а может, в отношении Еремеева ты и сама не права. Ну, ведь он же хороший человек, ну, застенчивый только очень. Ты бы вышла за него замуж. Ему учиться нужно, ты бы помогла бы. Ну, правда же, ну, Нина Петровна. Тебе хорошо говорить, когда у тебя такой Митя есть. Саша, а ты у него живешь или он у тебя? У тебя дом есть, участок. Ты бы дачников пустила, а, Саш? Да я же продала полдома после смерти мамы. Если бы не Митя, я бы вообще не знаю, что тогда со мной было. Ах, дети, дети. У тебя что, с Митей не лады?
Хочешь, я с ним поговорю? Нет, не надо. А я сразу поняла, что вы с Митей поссорились, нет, как только дверь открыла. Мы не поссорились. Мы вообще с ним никогда не ссоримся. Живем так, изо дня в день. Ну, а ты как хотела? Нормальная жизнь между мужчиной и женщиной. Еще б детей вам. Нет, он не хочет. И правильно. Для себя еще пожить надо. Дети, между прочим, тоже для себя. Да нет, он добрый. Ну, не всегда, конечно, но кто же всегда бывает добрым? Но вот только мы как-то молчим с ним все время. Я не знаю, может быть, это я изменилась. Ленка, ты вот говоришь, что тебя твой Еремей все лапушка да лапушка называет. Тебе уж и наскучило. А вот мне бы никогда не надоело. Милая ты моя, вот что я тебе скажу. Ты, наверное, влюбилась в кого-нибудь. Да вы что, ну у меня же Митя есть. Ну, и вообще, если бы он захотел, мы бы с ним поженились. И я бы всех на свадьбу позвала, и Афтандила Христофоровича, нашего главврача, и Вячеслава Алексеевича. А кто это Вячеслав Алексеевич? Новый хирург со станичной женой в разладе. Ничего, мужчина, на нашу Сашеньку поглядывает. Саш, ты что, всерьез? Ну-ка, скажи мне правду, он тебе стихи читал? Травка зеленеет, солнышко блестит. Нет, так и не читал. Ну, какая разница? Пушкина читал, да? Лермонтова. Ой, помню, в Орле, в молодости, мне тоже один. Ах, Пушкин. А я ему в ЗАГС пойдем? Глупые вы, девочки. Митя твой учится. А если стихов не знает, так уж плохой. Нет, он не плохой, он... Может быть, это я плохая. Ну, что-то я засиделась, я... Ну, нет, я тебя никуда не пущу. Ты что, пирога с капустой даже не попробовала? Ну-ка, режь пирог, а я вам попою. Ленка, неси гитару. Мы знаешь, как с Ленкой? Тоскливо станет, попоем. Вроде валерьянки. Где ж ты так засиделась, милая? А что? Тут Митя приходил и ждал. Минут 15 ждал. Спрашивал, не сказал ли что? А он ничего не просил передать? Ну, велел зайти, как придешь. Спасибо. Спасибо. Случилось. Водитель дома хороший, а тут едет как слепой, подождите. Кювет. И перевернулся. Солдат это мой. Вот несчастье-то, а? Авария. А я, понимаешь, стою, жду. И вдруг, прямо на моих глазах. И главное, далеко от расположения. Спасибо вам, хоть доставили нас сюда. Ничего, здесь вылечат. Ага. Здесь сестрица работает. Ага. Сашей зовут. Она такие повязки накладывает, как будто гладит. Надо позвать ее. Ну, ты чего, Еремеев? А? Скажи, что? Почему солдата положили в коридор, а не в палату? Я буду ставить в известность. Где главврач? Здравствуйте. Какая палата? Нужна срочная операция. Давайте в старое здание. Сестричка здесь у вас хорошая есть. Я сам у нее лежал. Так вот, фамилию забыл. Просто Саша. Так вот, она меня и выходила. Эта сестричка. Обеспечить присутствие этой сестры на операции. Немедленно. Посылали уж, за ней нет ее дома. Как нет? Где же она?
Где-где? Кто ее знает? Дело молодое. Как же так можно? Человек-то спасать надо. А у нас и другие сестры не хуже. А хирург у нас так просто знаменитый. Вячеслав Алексеевич. Вот за ним послали. А вы своими разговорами только беспокоите больного. Это верно. Успокойся, Еремеев. Будем, как говорится, лежать спокойно. Угу. Операция сложная. Вызывайте Нероду. Посылали за ней, дома нет. Говорят, где-то у реки ее знакомый живет. Но адреса точно у нас нет. Готовься к операции. Тут у вас сестричка работает, Саша. Я знаю, где ее найти, ребят сказали. Я бы съездил, если надо. Поздно. Начинаем операцию. Пожалуйста, побыстрее. Может, не поздно, у меня машина. Я поехал за Сашей. Ты куда? Сиди здесь. Ты чего? Ты извини, я у Лены Михайловой засиделась. Сосед мой. Сапронов, Василий Кузьмич. Очень приятно. А Митя вас тут заждался. Ему тревога, а мне удовольствие. Посидите с кем. У меня, видите ли, бессонница. Вы обратитесь к врачу. К врачу. Я, моя милая, из вашей больницы-то не вылезаю. А с каждым разом все хуже и хуже. А, да-да, припоминаю вас. Только вы не у нас в хирургии лежали, а в терапии. А какая разница-то? Терапия, хирургия. Отношения-то одинаковые. Положат, градусник поставят, дадут порошки копеечные. Вот и все лечение. Ну, как можно так говорить? Вы же пожилой человек. Знаете, что такое врач? Знаю. Но этот ваш грузин-то, как его... Автандил Христофорович. Во. Черт, автомобиль. Не выговоришь. Миндадзе наш главный отличный врач. О, Миндадзе. Миндадзе. Бездельник ваш Миндадзе. К нему придет какой-нибудь простой тружник. Он ноль внимания, фунт презрения. Бездельник. Как вам не стыдно? Вы знаете, сколько этот человек работает? А ему за 60 уже, у него инфаркт недавно был. О, ну что ж, тогда пусть идет на пенсию. А больные не должны страдать от его инфаркта. Слышь, у них больница, ну, хуже забегалов. Врачи-то неквалифицированные. Неквалифицированные? А Вячеслав Алексеевич прекрасный хирург, у него руки золотые. Из столицы к нам приехал. Кто же это, Митя, подумай сам, из столицы-то уезжай. Нет, это просто так не бывает. Поперли. Значит, твоего Вячеслава-то. Или сам уехал от греха. Бывает. Знаешь, что от жен бегают или от алиментов тоже. Митя, пусть этот человек немедленно уйдет, или я уйду. Да ладно тебе, ну, кому эти споры нужны? Нет, я и вправду уйду, раз меня гонят из дома, где я тебя мальчишкой помню.
Да никто вас не гонит, ну. Саша просто немножко нервная. Угу. Ну зачем так, Саша? Ну, может, Василий Кузьмич собственное мнение имеет. Это не мнение. Это злоба. Вот что, Митя, я уйду. Только по-стариковски перед уходом скажу тебе в ее присутствии. Хлебнешь ты с ней горе. Не пара она тебе. Ну, это ж вы, Василий Кузьмич, тоже не очень. Это мне решать, пара она мне или не пара. Ну, посмотришь, Митя, посмотришь. Да поздно будет. Ты тоже хороша. Митинг устроила. Как же можно терпеть, когда он такое говорит? Ну, а что он такого сказал? Много он правильно говорит. Недостатков у вас до черта. Я сам вон, когда с воспалением легких лежал, помню. Кашу дадут, она соленая. И вообще... Ну, это правда, что у нас беспорядков полно в больнице. Я вот сегодня сама скандалила. То, что у нас в палатах не свежее белье. И все-таки, знаешь, вот когда я пришла, больница была такая бедная, а сейчас смотри. Рентген-кабинет новый, хирургия, терапия, потом еще. Ой, Саш, ты у нас натура такая восторженная. Ну, это может и хорошо. Слушай, Саш, давай спать, а? Митя, почему ты перестал бриться к моему приходу? Чего? Ну, вот ты вот раньше всегда ко мне приходил чисто выбритым, когда я к тебе приходила. Ой, Саш, ну что ты? Что ты говоришь, побрился, не побрился? Ну, наработал допоздна, устал. Уже третий час. Нет, ты просто привык, что я есть у тебя. Что я никуда не денусь. Кто там еще? Что за вечер такой ненормальный? Саш, тебе шофер какой-то. Какой шофер? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы извините, сестричка, там парня одного привезли, операции будет. Послали за вами. Кто послал? Там что, других сестер нет? Да у Саши рука легкая. Ну, Саш, ерунда все это, никуда не ходи. Слышь, существует личная жизнь. Если не родом в другой город уедет, что тогда, больницу закроют? А кто вас послал? Никто не посылал. Я сам. Ну вот, видишь. Ну, вообще-то, вы знаете, там сегодня очень опытная медсестра работает. Саша, вы напрасно думаете, Саша, что я лучше. Ладно. Митя. Ну, тогда извините. Я пошел. Саша, Саша, ну ладно, ну что? Митя. Ну? Скажи, ты меня любишь? Ну что ты? Ну? Нет, ты скажи, ну скажи, ну, скажи. Ну, конечно, люблю, ну, ну как же иначе. Митя, ну вот почему ты такой? Ты вначале ласковый, а потом сразу меняешься, а? Ну, Саша. Давай спать. Ну, ты же можешь это сказать, ну, как-то по-другому, и что-то добавить там, ну, сказать. Ну, ты же сама знаешь, а? Ну, Саш, ну, ты же сама знаешь, ну, Сань. Ой. Митя. Я вот думаю, я от мамы скрывала, что мы с тобой. А теперь я думаю, может, не надо было. Она у меня умная была. Она бы подсказала мне. Может, не надо было.
Вячеслав Алексеевич, как можно было бросить докторскую? А кто вам сказал, что я бросил? Я пишу. Знаете, когда я кандидатскую защитил, когда? Это еще до войны. Я успокоился. А потом закрутился по административной линии. Вот. И у меня была эта опасность. Закрутиться по этой самой линии. Зам директора столичной клиники — это карьера, мой друг. Карьера. Только в первый день этой карьеры мне пришлось подписывать бухгалтерские счета. Мел, гвозди, койки железные. А это имеет очень маленькое отношение к хирургии. Все же я не понимаю. Можно было не уезжать. Уйти с должности, заниматься практикой. Все-таки жена, друзья, привычный круг. Да-да, жена, друзья. И все тебя любят, все желают тебе добра. И навязывает его по неоспоримому праву близких людей. Присвоил себе право лучше меня знать, что мне нужно, где мое добро, даже не выслушав меня. А мое добро вот, в этих руках. Я хирург, а не институтский деятель. И главное, спорить с ними невозможно. Они же тебя любят, они твои близкие. Вот в этом-то и беда. А впрочем, давайте поговорим в другой раз, а? Что-то я сегодня устал. Нет, я не понимаю. Как ваша жена могла отпустить такого прекрасного человека? Ну, Автандил Христофорович, женщина никогда не любит за добродетели. Набрал кучу добродетелей и взамен получая любовь хорошей, красивой женщины. Нет, тут без счастья не обойтись. А счастье, оно вне логики. Его не объяснишь. Ты чего прошла мимо? Уж здороваться не хочешь? Прости, я не заметила. Не заметил? А то, что мне в его палату страшно войти, заметил. Хирургия, пожалуйста. Я как на его койку погляжу. У меня ноги трясутся. Вчера сделана операция. Я увижу его, я не знаю, что будет. У больного Киселева кровоизлияние в брюшной полости. Похоже на удар. Как это похоже? Он что, без сознания? Он скрывает причину, удар отрицает. Говорит, что сильно чихнул. Ладно. Терапия. В терапии. Я страшно людям в глаза глядел. Все пальцы будут тыкать, что я виноват. Перестань. Ночью доставлен Сапронов на неотложный. Состояние тяжелое. Ругался, бросил порошки в лицо сестры. Господи, ну почему я такая несчастная? От процедуры отказывается. Надо предупредить. Мне страшно. Думаете, не будет? И жалко, его сил нет. А в палату войти не могу. Страшно. Я уйду отсюда. Хозяйственные дела. Товарищ, я принял хозяйство, как известно, в крайне запущенном состоянии. Давайте посмотрим правде в глаза. Что мы видим, товарищ? Неродова, подождите. Вчера вас искали. Была сложная операция. Вы хоть адрес оставляете, где вы есть? Я больше там бывать не буду, ищите меня всегда дома. Если можно, переведите Лену Михайлову в терапию. Почему? Ей нужно, она не может сейчас в хирургии. Ну, хорошо. Подождите. Саш, а что у вас глаза так подкрашены, а? Это мода такая? Мода. По-моему, вы без этого красивая. Что с вами, Саша? Закройте двери. Простите. Сашенька. Я ведь знал маму. Саша, ты мне как родная. Саша, что с тобой? А? После смерти мамы у меня все не так. Я живу не так. Я говорю не о том, я делаю не то. Мне уже 25 лет, я не знаю, что мне делать.
Что мне делать? Что мне делать? Молодежь танцует, а? А Саша, Саша, какая красивая. Идите, кто танцуйте, я? Танцуйте, ну! Я не умею. Чудак, человек, мне бы ваши годы, а? Сам пойду танцевать. Ну да. Держите. Я так не сумею. Лезгинку! Кавалеры меняют дам. Дед, ну чего? Ну погоди ты, чего ты? Ты-то чего тут лезешь? Чего ты лезешь-то? Ребят, ну брось. Милиция! Милиция! У меня еще вечером дежурство сегодня. Тебя что, по знакомству в празднике дежурить назначают? Да, по знакомству. Ну ладно, ну пойдем. Слушай, ну Еремеев первый раз в больнице праздники проводит. Ты бы зашла к нему, а? Я боюсь. Чего ты боишься? Не знаю. Зайдешь? Нет. Ну ладно, ну пойдем. Ленка, ты? Я сейчас. Не ждала? Не ждала. Что, не нравлюсь больше? Не нравишься. Это почему ж? Ой, глаза у тебя нехорошие. А что, на праздник не повеселиться? На праздник положено. А что ты на демонстрации? Тебе не стыдно, а? Стыдно? Ты меня не стыди. Ты лучше хахеля своего постыди, которым на свидание торопишься. Да я на дежурство собираюсь. На дежурство? Да. А у больных тоже должен быть праздник. Я же забыл, ты у нас жалостливая. Ты, может, меня тоже по старой дружбе пожалеешь, а? А потом иди к своим больным на свидание. Не надо. Ой, Сашка. Сашка, ты что же, забыла все? Ведь не один же год. Сашка. Я при матери, при твоей еще ходил. И мать твоя ко мне хорошо относилась. Помнишь? А я чем мог, всегда помогал. Он, когда дом нужно было продать, помог. Ты что, пришел расчет получать? Расчет? Ты говоришь, добрая ты? Нет, ты не добрая. Жестокая. Ну и я. А
Василий Кузьмич насчет тебя был прав. Напрасно ему тогда не поверил. Порядочного человека позволил из собственного дома выгнать. Уже совсем тепло. Когда с вас снимут повязку, листья на деревьях будут уже совсем большими. Когда вы будете выписываться, будет уже лето. А утром проснетесь, послушайте, как поют птицы в нашем парке. Хорошо, когда человек все понимает. Вот вы все замечаете, все знаете, все понимаете. Но, к сожалению, знаю мало. И понимаю тоже не все. Хотела бы, но... Саша, Сашенька, вы меня слышите? Вы не обижаетесь, что я вас так называю? У меня сестра тоже Сашенька. Я вот все думаю, как бы не напугать ее, когда вот такое вернусь. А чего ее пугаться? Скоро с вас снимут повязку, вы будете видеть, а потом начнете Сашенька. Ходить. Я вам что-то скажу, можно? Ну, конечно. Хотите, чтобы я вас полюбил? Так полюбил, что вам все будут завидовать. Я могу, поверьте, я могу. Я знаю, что вы такой человек, и что вы можете любить, но я люблю другого, а вы... Саша. Лен, заходи. Температуру мерили? Да, мерили. К вечеру она немножко поднялась, но это нормально. Ну, счастливо. Саша, по-моему, вы на меня за что-то обижены. Немного. А за что? Вы не написали заметку в стенгазету. Спасибо, дорогая. Здоровья вам, долгих лет. Спасибо жизни. Тебе. Спасибо. А где гости? А какие нам гости еще нужны? Я только своих пригласила. Да. А еще кое-кто придет, подождем. Садись вот сюда, поближе к селеночке со свеклой. Попробуй. Спасибо. Ты говорят. Подождем, наверное, да, гостей? Говорят, ты вкусный салат готовишь. А чего ты туда кладешь? Да ну, всякие овощи, только еще с уксусом, с песком и лук. Я встречу укроп. Обязательно. Ну вот, и все гости в сборе. Кто? А,
Знакомьтесь. Здрасте. Здравствуй. Знакомьтесь. Знаком. Митенька, ну-ка, проходи, садись поближе к Саше. Вот сюда, тут твой любимый салат. Видишь, с уксусом и с укропом Саша приготовила. Я не готовила ничего. Ой-ой, молодежь, ну принципиальная. Даже добрые не могут в день рождения сделать. Понимаешь, соврать не дадут. Митенька, попробуй селёдочку. Вот. Ветер какой сегодня, прямо этот, ураган. Да-да, телевизионная антенна срывает. А что сегодня по телевизору? Нет, не нужен телевизор. Давай гитару, давай. У меня сегодня настроение хорошее. Ладно, мы тут все свои. Давайте, ребята, не мучайте друг друга. Я что? Пожалуйста. Я... Саша знает. Мы с ней... Третий год уже. Я никогда ничего себе не позволял. И на меня, Злата, не помни. Я ведь тебе не от души хамил. От большой обиды. Ты что, не веришь мне? Да не в этом дело. А в чем же? В чем? В чем же дело-то? Давайте выпьем за встречу. Перемелится, мука будет. Ну. Здравствуйте, Петровна. О, Митенька. Ну, садись. Садись, пообедаем. Ты бы побрился. Спасибо, мне уже советовали. Мить, я ведь от души помирить вас хотела. Ведь... День рождения себе придумала. Знаешь, плюнь ты на нее. Ей-богу, плюнь. Ведь ты парень, какой надо. Я бы с удовольствием за тебя свою Ленку отдала, ей-богу. Как мать тебе говорю, тревожно мне за нее. Опять она от этого солдата не отходит. Теперь, говорят, он еще инвалид. Обидно мне, Нина Петровна, что я парень, что ли, порченый. Вон мать ее, когда болела, говорила ей, держись, Митьки. Митька парень самостоятельный. Он ее стихами одолел. Угу. Ты знаешь, как девки стихи любят? Ты бы вот хоть 2-3 стишка выучил бы. Я изучу. Я такие стихи изучу, что им тошно станет. Ну, что ты говоришь, Митя? Я ведь тебя маленьким помню. Сиротой. Ты такой тихий был. А я говорила, вот жених моей Леночки растет. Иди-ка, Митенька, домой, а то еще беды натворишь. Кто это? А, доктор, который Сашку увел. На ловца и зверь бежит. Я тебя, Митенька, такого не пущу. Я сама себе не прощу. Ты же дурной сейчас. Петровна, честная пионерская, я просто поговорю. Мне интересно, чем он Сашку взял. Но я же тебе говорила, стихами. Тебе, Митенька, другую девку-то надо, простую. Свою девку. Ничего, мы тоже грамотные. Да пусти ты руку. Ну, я ему два слова только скажу и вернусь. Извините. Можно вас на пару слов? Вы доктор? Да. А вы что? Кто-нибудь из родственников в больнице? Верно. Только не среди больных, а среди обслуживающего персонала. Неродова, Саша. Я брат ее.
А у нее разве есть брат? Митя! Ну, да, есть. Вы знаете, нам здесь, наверное, поговорить не дадут. Можно вас на минуточку? Хорошо-то как, а? Птички поют, лягушки квакают. В такую погоду хорошо с девушкой гулять, стихи читать, да? Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Значит, вы Митя? Да нет, Митя это тот парень, с которым Саша с детства гулял. Еще подростками были. У них первый поцелуй в жизни получился в 15 лет. Потом подросли, любовь начали крутить. Да. Мать еще жива была, все Саша говорил, ты Митя держись, он парень свой, родной тебе человек. А потом вот вы приехали, и Саша все советы покойницы забыла, стишками увлеклась. Нет, серьезно, вы мне тоже почитали, а? Мне интересно. Вы и что читали, а? Лермонтов, да? Нет. Я и Блока читал. Ну, почитайте. Че, брезгуете? Слушайте, Митя. Идите вы. Нет, погодите. Так нехорошо, не культурно так. Да ничего. Я поговорить хочу. Со мной, может, за всю жизнь из умных людей никто не разговаривал. Я понять хочу, я понять хочу. Я с ней сколько гулял, а она раз и к вам ушла. Вы что думаете, мне приятно? Приятно мне, да? Ну, хорошо мне! Да все хорошо. Ничего хорошего, это верно. Только, Мить, ну зачем же другим-то пакости делать, если самому плохо? Тебе от этого легче не будет. Вот это я понял. Вот это душевный разговор. Мне, честно говоря, давно хотелось умного разговора. Слушайте, доктор, не сердитесь на меня. Я просто так. Дай 5. Ну вот, будет 10. Знаете, Митя, Саша удивительный человек. Удивительный. Я ведь намного старше, чем вы. И всякой повидал. Но Саша, такую, как она, наверное, можно встретить однажды. Плохого человека встретишь и думаешь, где-то я его видел. А хороший человек, он всегда как подарок, всегда впервые. Осторожно. Тихо. Тихо. Ничего, ничего. Не торопитесь. Сколько на своих двоих ходить будем? Вот так. Уже получается. Привычка нужна. Ну, отдохните. Ну, так. Ничего, ничего. Не расстраивайтесь. Мне все же сразу. Все получится. Саша! Неродова! Вячеслав Алексеевич, привезли. Травма черепа, он без памяти. Господи. Теперь будем ждать.
Главное, это ночь. Ты, Саша, пойди поспи. А где он в Москве жил? В Москве? Не знаю. В канцелярии адрес есть. Товарищи, в который раз приходится обращать ваше внимание на такой важный факт, как гигиеническое состояние нашего учреждения. Конечно, сделано немало. Где Саша? Что вы? Простите, Павел Васильевич, продолжайте, пожалуйста. Я говорю, конечно, проделано немало. Достаточно оглянуться вокруг. Что мы видим? Где Неродова? Что с ним? Нет, ничего страшного. Правда, я не стала бы вас обманывать. Обычная бытовая травма. Из-за такой даже больничный не всегда дают. Но вы же знаете просто, что мужчины, они палец порежут, и уже беда. Он жив? Да, да, конечно. Саша, может быть, я сам поем? Нет, вам запрещено двигаться. Ты извини, мне сказали, что все хорошо, и нет никакой опасности. Пойми ты меня. Я тебе никогда ничего не приказывала. Да, но только если получалось так, что не по-твоему, значит, плохо. А я, знаешь, чуть не поверил в это. Ты всегда занимался своим делом. По-твоему, если в белом халате, значит, врач. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Вот-вот. Старый мотив. Да можешь ты понять, в конце концов, что я хирург. Просто хирург. Я поговорю с Козловым, и ты сможешь... А я могу и здесь. А я? Не знаю. Вячеслав Алексеевич. Саш. Не уходите от меня. Я только за лекарством сбегаю. Я не уйду больше. Саша. Что? Как там дела, Саша? Нормально. Да? А у тебя? И у меня. Нормально. А вы опять закурили? Да. Хирурга надо искать нового. Нет. Не надо. Почему? Не надо. Он не уедет? Нет. Нет. Думаешь?